того, Ювентус установил рекорд чемпионата Италии. Еще никогда к 18-му туру команда не имела в своем активе 49 очков. 2 очка лишь в этом сезоне Ювентус потерял. Невозможная, невероятная статистика. Ничья была лишь в том самом матче. Но все равно в не самом привычном виде. Гомес, капитан Аталанты, Киллини, капитан Ювентуса. И давайте о составах сразу отмечаем. Джим Сити, Манчини в основе, Масиело многоопытный тоже. Собственно, вот эту форму показывать, рекламировать. Матч стартовал. Аталанта, бомбардир команды, 91 номер, Дуан Сапата. Передача в штрафную и гол! Ох, какой невероятный рикошет! Ровно как и в предыдущем туре. В матче с участием Аталанты счет открывается после автогола. Подача, один рикошет, возможно, второй. Не попадает по мячу толком Джим Сити. Нет, он попал. И попал так, что переправил мяч в собственные ворота. Сразу два рикошета. И вот вам волшебные передачи Дугласа Косты, лучшего ассистента Ювентуса в прошлом сезоне. Он настолько сильное вращение мячу задал, что сразу два соперника не смогли. Это чаще в середину поля смещается. Там все на откуп дышили. Подача. И еще один момент. Набегал Киллини, и капитан имел верный шанс сейчас сделать счет 2-0. Слушайте, ну сколько же этих передач с левого фланга? Вот и сейчас, после розыгрыша стандарта, это Дибала. Да, и есть такое ощущение для левши, хотя и Гомес рядом. Гомес бьет, удар. Ну, вот эту горячую картошку вылавливает со второй попытки. А вот Чешченцный. Смотрим повтор. Щитником передачу вперед сделать. Он ее делает. Сапата! Гол! Дуан Сапата! Колумбийская машина! Кто его остановит? Он забивает свой очередной гол! Какие там пентыки! Дуан Сапата подряд забивает в 5-й игре! И как же он развернулся! Как он продавил эту оборону! Вот вам Гомес! В роли опорного полузащитника! Какой умный пас между линиями! Сапата сбрасывает со своих плеч Бонуччи и Сроса! И Брэд Джан здесь не удел! Внимание! Момент! Сапата! Тимоти Кастань! Дуглас Коста, вот его финты, вот его рывок и хлесткий удар. Наконец-то пробил. Марио Манджукич, вечно негодующий по ходу вот этого получаса игры. Все ему никак отдать не могут мяч своевременно. Но тут, мне кажется, все правильно делал Дуглас Коста. Отличный, не очень сильный удар слева. Иличич! В итоге вырубает он Манджукича, продолжает бороться за мяч. И свисток. Вот так сыграли эти команды со счетом 0-0. Гатуза все ближе к увольнению. И все ближе к желтой карточке Киллини. Он здесь прыгает в ноги сопернику и получает эту желтую карточку. Вынудил его здесь правило нарушить своим рывком очередным. Конечно, не впечатлен. Ослаблен он всегда. С хорошим настроением в большинстве случаев. За Эмре Джаном технично сыграно. Здесь игра на опережение. Это фол. И фол со стороны, насколько я понимаю. Ну, давайте посмотрим повтор, чтобы убедиться. Такие споры могут быть только в случае, если вторая желтая карточка. Адам Бентанкур уже имел предупреждение. Он наступил на голеностоп соперника. Подача с углового на ближнюю штангу. Момент! Сапата! Грандиозный бомбардир! Что же он вытворяет в этом сезоне? Что он вытворяет в этом сезоне? 8 голов за 5 последних игр. Ну, наконец-то угловой Аталанты к чему-то допривел. И вот как встречает его публика. Пьянич with it. Goalkeeper stays back. Goalkeeper stays back. And Ronaldo heads in. Juve savior.
13 minutes to go, a man down, and there's the man they turn to. Well, you just can't keep him out of headlines, can you? Cristiano Ronaldo, like all good players, they react. I don't wanna feel no more.